Патрис Эмери Лумумба – главная фигура, с которой ассоциируется основание Университета Дружбы Народов. Это национальный герой Республики Конго и всей Африки в целом. Благодаря ему началось сопротивление народа за независимость своих прав и достоинств. У памятника Патриса Эмери Лумумбы на территории Руден прошла церемония, посвященная 58-й годовщине его трагической гибели. Патрис Лумумба – это тот человек, именем которого университет назывался 61-го года по 93-й. Это человек, который прожил короткую жизнь, 36 лет неполных, и был убит, зверски убит. Лумумба – это символ патриотического величия и достоинства. Наглядный пример для нынешнего и будущих поколений. Он был первым премьер-министром Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года. Еще в те времена родная земля молодого революционера славилась изобилием минеральных ресурсов. Он заявил тогда, что правительство Конго не будет отдавать свои богатства тем странам, которые грабили их на протяжении многих лет. Он был честным интеллектуалом. Он даже был идеалистом в чем-то. Он считал, что если он думает хорошо, то это могут разделять и другие люди. Но оказалось, что другие люди думали по-другому, и они его уничтожили. Жители Конго и сегодня продолжают чтить память Патриса Лумумбы, остаются верны его идеям. В связи с этим на церемонию, посвященную 58-й годовщине гибели национального героя, приехали посол Демократической Республики Конго и многочисленные представители дипломатического корпуса. Телевидение РУДН, новости.